Здравствуйте. Пожалуйста, один билет на остров Кайо-Перико. По каким причинам вы туда собираетесь? Мы туда отправляемся на съемки и на расследование. Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы возвращаемся в GTA 5 обзоры модов. Давненько у нас их не было, очень давненько. Сегодняшний мод будет актуальным как раз таки сейчас. Так, посадку бы совершить нормальную сейчас. Наконец-то. В общем-то говоря, что это за мод такой? Это мод на возможность полета на остров Кайо-Перико в сюжетном открытом режиме. Так, давайте время перемотаем, поздно уже. Который появился в GTA Online не так давно, в декабре прошлого года. И его очень быстро сделали. Он не был доступен в сюжетном режиме, но мододелы все умеют делать, как вы знаете. Сразу, чтобы не было вопросов, этот мод работает только на лицензионной версии GTA 5. На пиратке не запустится, не думайте даже. Только в лицензионной версии. Как бы этот мод не сложный, он чисто... Там никакой карты там сложно не добавляет. Там чисто... Мод очень простой. Он просто как бы... Открывает возможность переместиться на эту карту. Она как бы в файлах игры-то есть. И мод этот открывает, короче, портал сюда, можно так сказать. И мы вместе с вами сегодня изучим этот остров. Никакая охрана нам не будет мешать, ничего. GTA Online ты его нормально-то не изучишь, там везде охранники. И, кстати говоря, играю я не за Андреса Санчеса, как раньше, а за... Сегодня я решил поиграть за Молли Шульц. Вице этого, заместительница миллиардера Дэвина Уэстона. Нравится она мне очень, симпатичная женщина. Короче говоря... которую засосала еще в двигатель самолет. Жуткая смерть была. Короче, не об этом. Как сюда можно попасть? После установки мода у нас есть два способа попасть сюда. И это естественным способом взять сесть на самолет. Когда мы попадаем на остров, появляется карта острова, а карта города не прогружается, пропадает. Короче, берем самолет и летим просто в эту сторону. И телепортируемся сюда. И приземляемся на посадочку, как вы, собственно говоря, видели. Ну и второй способ, более простой. Отправляемся в аэропорт. Находим вот эту пометку, вот этот желтый самолет. И там будет вот такая вот стрелочка, такую же, как вы здесь видите. Подходим к ней. Там в аэропорту нажимаем на Е и попадаем сразу же прямо вот сюда. Подойдя вот к этой стрелочке, которая прямо здесь, мы можем обратно в аэропорт попасть назад. Такие вот два способа сюда попасть. Ладно. Так, я могу... У меня меню PC стоит. Мод. Я могу летать, смотреть, короче, свободную камеру, смотреть что да как.
Но мы, наверное, машину какую-нибудь возьмем. Блин, тут нормальных машин нет. У меня есть... Я сейчас заспауню какую-нибудь одну прикольную машину. Во, вот это вот то, что надо. Вот это вот прикольная машина, как раз-таки добавленная вот в этом обновлении. Тут еще вертолет спаунится, самолет какой-то еще спаунится. Короче, сегодня мы будем изучать этот остров, покажу вам все уголки и так далее. Давайте сядем в эту машину и поедем. Давай, садись. Прикольная машинка, мне прям нравится, серьезно. Старомодная такая, прикольная. И первая достопримечательность, которую надо посмотреть, это вот это вот. Здесь вот дырочка есть. Можно сюда залезть. Тут просто стоят... Ангар, короче, какой-то тут. Сюда даже зайти можно, ничего себе. Ну, тут делать-то, в принципе, нечего, на самом деле. Делать, в принципе, тут нечего. Самое интересное там, за той аркой. И сейчас мы туда пойдем. Ссылка на этот мод будет в описании. Тут диспетчерская вышка какая-то есть. Но помимо того, что вам понадобится также установить скрипт-хук 5. О, скрипт-хук 5 для всех вообще модов, в принципе, нужен. Без него не обойдетесь. И обязательно последней версии скрипт-хук нужен. Если он будет не последний, то GTA 5 будет просить новую версию устанавливать. Короче говоря, остров такой вот, тропический прям такой. Вода там. Что-то подтормаживает чуть-чуть, я не знаю почему. Уголочки всякие сейчас будем смотреть. Короче говоря, вот я не могу ошибаться, конечно, но по-моему мне даже рассказывали. В зимнем обновлении там в декабре, когда снег в городе накладывался, мы, кстати, проходили GTA 5 со снегом. Не так давно. И там реально красивый снег. По-моему, на Кайо Перику, по-моему, снега нет. Там снег не появляется. Однако, у меня есть еще один тренер, Рампач называется. Надо будет, наверное, на него тоже сделать обзор. Сейчас я включу погоду. И можно включить снег прямо здесь. Режим Christmas можно включить. И реально, прямо на этом острове можно тоже включить снег. Представьте себе. Саня, делай. Не знаю, что я клавиши... Я на F10 нажал случайно. Не знаю, что это дало. А может и ничего не дало. Тут очень много развилок, которые ведут в разные места. Мотоцикл какой-то стоит. К сожалению, на этом острове вы не найдете ни одного человека. Здесь никого нет. Вы полностью одни. Блин, заносит. Вы полностью здесь одни. Никого вы тут не встретите. Есть всякие машинки. Можно тут найти, но людей, к сожалению, нет. По-моему, кстати говоря, в файлах с модом есть какие-то там дополнения, которые людей, по-моему... спаунит, может, и там еще что-нибудь. Но я не разобрался, как их устанавливать. Может быть, как-то можно. Домик какой-то тут кирпичный, непонятный. Пистолет достанем. Давайте взорвем это нафиг. Ну и что, она не взрывается? А, вот, все, сейчас взорвется. Не поджигалось сначала что-то. Ну давай, взрывайся. Че она не взрывается-то? Ну и пошла она нафиг. Не взрывается, не взрывается, блин. Короче говоря, на этом острове целое новое такое приключение, сюжет, там все такое. Ограбление. Ограбление, кстати, сложное довольно, по словам некоторых людей. Короче говоря, вот первое интересное место, это какое-то не... Это вот это вот...
Я не знаю, что, лодочная какая-то, что ли? Вот эти фигни взорвать можно. Лодки всякие, ну и вода, краны, все такое. Тут, короче, очень много всяких мест. Вышки, гараж. А гараж, по-моему, открывается, кстати, нет? Открывается, точно. Я не знаю, можно ли там сохранять машину. Скорее всего, нельзя. Но он открывается. Открывается. В тупик зашел. Ладно, сейчас я поднимусь сам себя. А, блин, тут тупик. Дальше ехать вон туда надо. Поехали. Я в машину окунулся. Я в воду окунулся, что ли? И машина сломалась? Охренительно. Ладно, еще одну спауним тогда. Короче, можно ехать налево или направо. Куда бы нам сначала поехать? Направо или налево? Сначала поедем-ка мы направо. Там есть интересное местечко. Блин, какая классная машина, мне прям вообще нравится. Интересно. Так, тут ворота. Короче говоря, здесь тусовка. Тусовки тут проводятся. Обычно здесь куча всяких людей, девушек этих всяких непонятных. Особенно, ну и пляжик здесь есть. Особенно очень красиво выглядит ночью. Ну-ка, я сейчас вам покажу. Смотрите, перематываем на ночь, и вы только посмотрите, какая красота. Вообще красотень, просто красота, просто. Барная стойка тут еще какая-то есть. Ну и так далее. Ладно, давайте обратно утро поставим. И поедем дальше. Так, и тут тоже есть выбор. Или ехать назад туда влево, или ехать все-таки направо. На самом деле лучше ехать направо, потому что... Сейчас поймете почему. Сейчас мы выйдем и покажу. Здесь тоже ворота. Откройте мне их, пожалуйста. Проявляем высокомерие свое, блин. Открываем ворота весьма необычным способом. Если бы мы поехали по этой дороге, мы бы вот так возвращались и опять вот так долго бы ехали сюда. А тут мы срезали, быстренько взяли, туда прям заехали. Время бы не тратили. Это хорошо. Там мусор всякий валяется. Так, откройте шлагбаум. Отлично. Открывают. Это, кстати, вторая версия этого мода. Сначала давайте поедем направо. Была первая версия 1.0. Там был, собственно говоря, сам остров. Там, ну, там все ворота, правда, закрыты были. Хотя вон те, которые мы проезжали, по-моему, были открыты. Карты острова не было. Ну и так, ну и вроде бы, по-моему, чего-то еще тоже не было. Можно поставить метку, однако маршрут на этом острове прокладываться не будет, к сожалению. Это, конечно, немножко расстраивает, ну и ладно. Короче, куда мы сейчас заехали? Это похоже на какой-то... Тут куча этих баллонов кислородных, которые можно взорвать. А тут ферма какая-то вообще. Так, а та дорога куда ведет? Ну-ка, дайте посмотреть. Так, кругом на следующую вот идут. Блин, сколько тут мест всяких. Тут посадка для вертолета.
Я не буду ездить туда-сюда, мы некоторые места мы, наверное, просто посмотрим камеры вот этой. Так вот, есть несколько мест вот с таким вот красным огонечком, и вот это... Не разобрался я, что это за штука, не знаю. Ограбление, кстати, на этом острове я не проходил. На острове на самом был, сундуки там с другом находил. Но на самом острове, но ограбление не совершал. Гараж тут еще один. Сюда можно зайти, тут всякие эти есть. Это у нас что? Тут во многие места можно заходить. Дальше там тоже дорога, и она там ведет уже ко дворцу. Ко дворцу мы с вами как раз таки, у нас метка стоит, мы туда поедем. Ладно, давайте развернемся. Ну, из-за того, что я стрелял, стекло уже разломалось. Давайте починим машину. И поедем туда. Самое интересное на этом острове это дворец, и мы его тоже с вами посмотрим. Еще какая-то мастерская маленькая. О, вот она, ферма. Что они тут выращивают? Что они тут выращивают? Давайте-ка понюхаем. Это же конопля. Наркотики тут выращиваете, да? Сжигаем наркоту. Я из следственного отдела по борьбе с наркотиками. И коноплей, и марихуаной, и так далее. Гори, гори, ясно. Чтоб попа не погасла, блин. Что-то оно вообще... Что-то оно хреново горит вообще. Чё, это ж... Значит... То не шевелится, то огонь их не берет. Что это за наркотики такие? Кому могли понадобиться такие наркотики, а? Там тупик, туда не проедешь. Друг Андрей 2018 в сети. А, это тот сам... А, уведомление мне высветилось. Тот самый друг, с которым я играл GTA Online. У него, кстати, есть канал. Андрей Плехов называется. Ну, его так зовут, собственно говоря. Он там без комментариев прохождение GTA Vice City снимал. Несколько серий снял. Просмотров у него там нифига нет, конечно. И начинается прохождение не с первой миссии, а со второй. Причем... Мол, там первая кат-сцена, вот это все, это не считается. Ну, ладно, вот то, что мы сейчас с вами видели, это не самое интересное. Самое интересное вот это. Дворец вот этот. Главный дворец, который надо ограбить. А, молодцы, что открываете мне шлагбаум. Молодцы, молодцы, молодцы. Так, ну и вот, собственно, проезд. Так, убери это. Здесь еще спаунится вот такая вот машина все время стоит. Красивая. Припаркуемся здесь и давайте войдем во дворец. Ой, блин. Да что ж такое, блин? Хотя зачем я прыгаю-то? Покатались, собственно говоря. Давайте другую одежку какую-нибудь оденем. Какую-нибудь там цвет другой давайте. Красный, например. Ну и красный килт, или как там, юбочка. Килт, по-моему, называется, да? Этот костюм в игре почему-то использован не был, а жаль. Короче говоря, мы во дворе. Кстати, в первой версии этого мода, версии 1.0, эти ворота были закрыты. В них не войдешь. Версии 1.1 они есть. Они открываются теперь. Здесь еще какие-то... Есть еще ворота, но они не открываются, к сожалению.
И, по-моему, в GTA Online тоже не открывались. Короче говоря, дворец, но этот двор, двор здоровенный вообще, надо бы изучить его с вами. Так, а сюда можно зайти? Не, зараза, закрыто. Ну, там ничего интересного, там коробки и все. А-а-а, да что ты, твою мать. Так, туда потом сходим. Сначала надо двор осмотреть. Ведь двор тут большой. Очень большой. Там подвал находится. Вот там. Позже зайдем. Фонтанчик. Короче, все прям вообще отлично выглядит. Андрей 2018 приглашает вас в игру. Извини, я сейчас обозреваю мод. И пока времени у меня нет. Короче говоря, такой вот шикарный бассейн. Отдыхать тут можно, блин. Здесь, вот сюда можно зайти. Фальшвейер, блин, прикольная штука, кстати. Здесь свечки какие-то стоят, непонятные другие места. Ну-ка, выкинь это на... Чё-то я не знал, что они разбиваются, ничего себе. Нифига. Не знал я ничего, не знал я что-то такого. Прикольно, прикольно, блин. Тут есть еще один такой домик, в который зайти можно. Если мы его найдем, то мы зайдем туда, конечно же. Диванчики с подушками тут всякие, блин. Короче, куча всего вообще тут, блин. Очень много всего. Ладно, давайте уже во дворец войдем. Чем мы стоим-то здесь? А, вот еще одна комната, по-моему. Вот еще одна. Вот фотографии вот этого наркобарона. Эли Рубио, по-моему, зовут его. Так, а здесь мы были? А, сюда нельзя войти. Ладно, давайте во дворец уже войдем, посмотрим, что внутри. Не, я вообще угораю с этого момента. Где вход в дворец-то? Так, там подвал, по-моему. Короче, вот сюда мы заходим такие. Поднимаемся сюда и заходим во дворец. Так, такой вот кабинет с камином. Троном, блин. Особенно очень красиво выглядит ночью. Сейчас вам давайте ночью включим, и это ночью реально красиво смотрится. Перед камином такой сидишь, реально классно. Только выброси это нафиг. Скакивает, зараза. Ладно, давайте обратно день поставим. Вот эта фигня погаснет сама потом через некоторое время. Вот вроде может показаться, что в этом месте больше ничего нет. Но вот здесь, куда мы сейчас идем, тут секретный потайной проход. Сизан, откройся! Откройся, я сказал! Это лифт. Это лифт. Только что-то он нас не спускает. Ну? Нам недолго ждать? О, поехали. Поехали. Мы вообще едем или нет? Не пойму я что-то немного. Нифига мы не едем.
По идее, этот лифт должен нас спускать. Ладно, давайте сейчас я сам перемещусь сюда вниз. Короче, должны мы, по идее, оказаться в лифте и выйти отсюда вот сюда. В этот подвал. Выглядит так, как будто в нем хранят вино. Вот этот главный сейф, который надо грабануть. Для файлы для этого сына Мартина Мадраса. А там были снимки. Там были, знаете что? Там были снимки. Непристойные снимки Тревора и Патриции. Из сюжета. Офигенно. Ну да, действительно, тут хранят вино. Самогон всякий хранят, наверное, еще. Что тут еще есть? Канализация какая-то, бля. А, тут ничего нет? Пустая комната, отлично. Так, ну вот, собственно, здесь был и подвал. Там тоже выход из подвала есть. Короче говоря, такой вот остров. Куча всего интересного на этом острове, реально. Конечно, я вам пока... На этом, наверное, мы закончим эту серию. Конечно, я вам не показал не все достопримечательности этого острова. Если хотите изучить больше, здесь тоже подвал, выход еще один, показывал уже. Давайте еще чуть-чуть пробежимся, посмотрим. Если хотите еще что-то посмотреть, то если у вас есть лицензионная версия, конечно, то можете скачать этот мод и посмотреть и изучить этот остров еще больше. Так. Здесь какое-то мини такое тренажерное отделение какое-то тут. Отсюда еще можно, наверное, спрыгнуть туда в воду. Только вот высоковато больно. Я туда не буду прыгать. Ладно, на этом мы закончим. Там беседка какая-то даже. На этом закончим. С вас лайкосы и подписосы. С меня эпичные видосы. Тут еще один бассейн, кстати, небольшой есть. Подписывайтесь на этот канал. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. Да, заканчиваем на этом. И всем пока.